В городе Мурманске существует некая организация, которая ведет, на мой взгляд, незаконную деятельность, предпринимательскую деятельность, которая выражается в том, что она незаконно привлекает самозанятых людей для того, чтобы они в нарушении законодательства оказывали посреднические услуги. То есть суть заключается в том, что как раз самозанятые не имеют права осуществлять такую деятельность, если это связано с договорами поручения, комиссии, агентскими договорами, договорами там, по типу комиссии, либо по типу поручения. Вот эта организация нанимает работников, ну то есть по объявлению размещает объявление, к ним приходят работники и устраивают так называемую на работу. Но оформляют они их не по трудовым договорам, не заключают с ними какие-то договора, как с индивидуальными предпринимателями, а просто какое-то время их обучают, как входить в доверие к потребителям, завладевать имуществом и потом, условно говоря, имитировать деятельность по ремонту той или иной бытовой техники с целью вымогания денег. В конечном итоге люди остаются и без денег, и без исправленной техники, вынуждены потом покупать новую технику и тому подобное. Но сейчас не об этом. Одно из обстоятельств, на которое я хочу обратить внимание, то, что в принципе эти товарищи незаконно занимаются этой деятельностью. Как это все происходит? Предположим, у человека что-то сломалось. Он делает звонок, то есть он по объявлению находит эту организацию, у них есть свой сайт, там они заявлены как оказывающие услуги по ремонту этой техники. То есть это не колл-центр, это именно информация о том, что человек, обращаясь к ним, получит услугу по ремонту там, техники, гарантию и тому подобное. То есть он понимает, к кому он обращается. После того, как он оставляет заявку, по этой заявке приходит неизвестный человек. Вот как раз вот эти товарищи самозанятые, которых в свое время обучили, как втираться в доверие, что нужно делать. Ну, как правило, они не приходят, исправность не определить не могут, потому что они специалисты, они знают, что делать, они просто снимают дорогостоящую плату, как правило, управление, если это, допустим, стиральная машинка, там, либо холодильник. Ну, то есть снимают что-то такое и пропадают. Потом люди начинают беспокоиться, звонить, узнавать и тому подобное. Потом выясняется, что нужно заплатить деньги. Ну, то есть идет вот такой шантаж. Понятно, что никаких чеков, ничего этого, ничего абсолютно нету. То есть они берут наличкой, либо на карточки какие-нибудь банков переводят вообще на чужие фамилии и тому подобное. Ну, то есть понятно, что там налогообложение даже речь идти не может. Вот. И, соответственно, значительную сумму они платят именно этой организации. А часть суммы остается у них. То есть отсюда стопроцентная схема именно агентского договора по принципу комиссии. Почему? Потому что те граждане, которые настаивают заключить договор, потому что, как правило, они приходят, все это делают так, без договора, без ничего, без каких-то актов, выполненных работ и тому подобное. Но кто очень сильно настаивает, с тем они заключают договор, и этот самозанятый от своего имени заключает договор. То, что они там пишут недостоверную информацию, это отдельная история. Но в любом случае они дают информацию, что якобы это вы заключили договор не с тем, не с той организацией, куда вы звонили, а именно со мной лично, как с мастером. Но при этом человек к нему напрямую не обращался. Он не знает качества его услуг, не знает никаких рекомендаций. И изначально он его считает, что это пришел человек именно той организации, которой он звонил. Ну, то есть, ну, кто должен гарантию нести, кто должен отвечать и тому подобное. И в случае, если потом, когда возникают вот эти разборки, люди, естественно, звонят по вот этим стационарным телефонам туда, и там начинают тоже вешать лапшу о том, что, как говорится, а вы докажите, что, как говорится, не по вашей вине это все сломалось. Ну, то есть, идет вот эта схема. Отсюда я усматриваю, что это имеется сговор между вот этой организацией, соответственно, руководителем этой организации и вот этой группой самозанятых, которые оказывают вот эти услуги, на мой взгляд, мошеннические. Но это правоохранительные органы дадут уже этому оценку. Соответственно, Что они самозанятые, эта информация откуда? Эта информация, значит, из проверки, то есть сделался соответствующий запрос, это в материалах доследственной проверки, эти данные есть. Ну, я не буду, ну, в принципе, я могу назвать две фамилии, там Галимов и Недосекин. Это два человека, которые похитили плату у моего доверителя, то есть они вот так уже пришли на квартиру в 10 часов вечера, что уже тоже вызывает сомнения, сняли в конечном итоге вот эту плату и пропали. Соответственно, после того, как обратились в полицию, началась проверка, и вот на сегодняшний момент уже, получается, 4 месяца никакого результата нету. Платы нету, холодильник не работает, моя доверительница вынуждена была купить другой холодильник, вот у нее сейчас стоит холодильник неисправный, и купленный холодильник за 95 тысяч, что-то такое, около 100 тысяч холодильник.
потому что техника дорогая, и ждали очень долго, и ждать, сколько можно ждать, неизвестно сколько ждать, потому что уголовное дело не возбуждают, гражданский иск подать тоже непонятно на кого, потому что вот этот Галимов, он указывает недостоверный адрес, то есть в договоре он пишет, ну, типа, адрес своего места жительства, а там он не проживает, мы об этом знаем, потому что проверка, когда проводилась, установили его реальный адрес. То есть он заведомо обманывает людей. Соответственно, никаких чеков не выдается, вводят в заблуждение, там, допустим, ну, сами, либо сами ломают, либо делают вид, что ремонтируют исправную запчасть. Но именно по этим гражданам было установлено, что они зарегистрированы, да, как самозанятые. Да, Галимов, Недосекин. А вот эта организация, о которой я говорю, находится на Егорова 13, по-моему, ООО «Вектор», вот так она называется. Она оказывает, я просто посмотрел, и у них есть и другие сайты, не только по ремонту крупной бытовой техники, и компьютерная техника, и много чего. Но самое интересное, вот сейчас они же спустя какое-то время, они начали себя позиционировать, как будто они колл-центр. Хотя на сайтах у них нет такой информации. То есть, ну, человек явно входит в заблуждение, когда по объявлениям, ну, в Яндексе там набирает поиски и там выдает, что вот ремонтируют, там у них фотографии, условно говоря, мастеров, которые у них там все, гарантия прямо расписана. Ну, то есть человек искренне верит, что он обращается в организацию, которая отвечает за все, а когда выясняется уже после того, как техника сломана, они, кажется, ни за что не отвечают, и вообще вы сами разбираетесь с этим человеком. А это выясняется человек, который просто прячется. Вот мне хотелось бы все-таки понять, насколько законна эта схема, потому что я вижу, что схема незаконна. Если бы они заключали, ну, вот эта организация с индивидуальными предпринимателями, договора подряда и тому подобное, вопросов бы нет. Но, еще такой момент хочу обратить внимание. Некоторые потребители спрашивают, а откуда вы вообще узнали наш адрес, наш телефон, почему вы к нам пришли, мы вас не вызывали. Они начинают говорить, ну, в частности, вот этот Галимов, мы купили вашу заявку. То есть якобы мы заплатили этому колл-центру, и они типа продали заявку, и теперь типа вы нам чуть ли не должны, потому что мы купили заявку, теперь вы должны, скажем так, дать на ремонт вашу технику, мы должны, так сказать, оправдать свои вложения, то есть траты. Ну, мы прекрасно понимаем, что купить заявку – это, по сути, другими словами, продажа персональных данных. То есть это, ну, там, естественно, адрес, фамилия, все. То есть человек, когда по телефону звонит, оставляет свою заявку. То есть это, в принципе, и информация о частной жизни, потому что он, ну, по сути, выдает очень много информации. Но он эту информацию выдает в рамках заключения договора, когда вот в таких вариантах эта информация преподносится. Здесь нарушения законодательства нету персональных данных. А когда вот эта организация, получив вот эти персональные данные, ну, условно говоря, продает налево и направо за деньги, там, либо за бесплатно вот эти вот персональные данные, это уже, ну, административно как минимум правонарушение, а возможно даже и уголовное преступление. Но вопрос в том, что они в принципе не могут этого делать. То, что они направляют конкретных лиц, у них есть общий чат, они там между собой делятся. Те запчасти, которые они снимают с техники и которые, скажем так, обратно не выкупают, ну, люди просто опускают руки, потому что в полицию обращаться бесполезно. Ну, они потом просто понимают, что, кажется, ну, хоть что-то поимели с этих людей, они просто выставляют уже в чате, кому нужна там такая-то плата, такого-то холодильника, там то-то, то-то, то-то. То есть, возможно, кто-то что-то ремонтирует. Ну, в этой большой куче людей есть очень много мошенников. Очень много эпизодов, когда обманули людей. Вот у меня даже много видеороликов вышло на то, где я прямо записываю разговор человека, который пострадал, потом делаю ролик, монтирую и прям пишу, типа, там, допустим, Сережа, верни пенсионеру деньги. Этот Сережа посмотрел этот ролик и бегом бежит, скорее возвращает деньги. Так вот у меня двоим людям вернули деньги. Кому-то полностью, кому-то частично. Ну, люди, как говорится, уже получив деньги, успокаиваются и не хотят никуда обращаться в правоохранительные органы, как говорится, ну, опытом наученные. Но вот хотелось бы все-таки пресечь эту деятельность, потому что я все-таки усматриваю, что вот эти самозанятые, скажем так, фиктивно делают вид, что они занимаются предпринимательской деятельностью, потому что, по сути, как деятельность по профессиональному налогу они не имеют права заниматься, а как индивидуальные предприниматели они не зарегистрированы, то есть по сути они вот занимаются незаконно предпринимательской деятельностью. Ну, о налогах речи идти, конечно, не может.
знаю, что они зарабатывают от 200 тысяч. Это вот просто тот человек, который этим делом занимался, он просто нам рассказывал, что, кажется, доходы у них очень большие. Каждый день по несколько человек они обманывают. Как правило, с одного человека они берут там, ну, порядка там, допустим, 15-20 тысяч, вот так вот. Ну вот и можно посчитать, какие доходы у них есть. Я вас услышала, Владимир Владимирович. Uh-huh. Вот, дело в том, что во всей вашей истории есть наш вопрос, которым мы бы тоже позанимались. Это правильность применения специального вот этого режима, uh-huh, налог на профессиональный доход. Но для того, чтобы нам организовать проведение мероприятий налогового контроля, нам нужно для этого основание. Uh-huh. То есть весь ваш рассказ, он состоит из приблизительных названий организаций, фамилий и так далее. Я это все изложу точно на бумаге. Если вы изложите все это нам на бумаге в виде жалобы или обращения, а если еще будут приложены какие-то подтверждающие документы в отношении того или иного гражданина или либо организации, это будет вообще замечательно. Все. И это будет основанием для организации проведения налогового контроля. Да, вот именно я это сейчас сделаю, просто я хочу предварительно побеседовать, что на самом деле усматриваете вы как специалист в налоговом законодательстве, в предпринимательской деятельности, вот нарушение с точки зрения предпринимательской деятельности. Ну, на мой взгляд, как я объяснил, вроде как нарушение есть, потому что самозанятые не имеют права по поручению третьих лиц выполнять какие-то работы. Да, по сути, это и происходит. Это можно называть как угодно, можно говорить, что у нас договор, там какой-то договор подряда между нами заключен, но это все неправда, потому что договор подряда – это договор подряда, а договор агентский по схеме комиссия – это договор агентский по схеме комиссии. Это проверить нужно. Все. Да. Естественно, это будет проверено. Хорошо, тогда я предлагаю сделать следующим образом. Сегодня я подготовлю конкретно свое обращение с указанием, как называется организация, где находятся все эти ИНН и УГРН, двух вот этих лиц, по которым проводилась проверка. Соответственно, какой-то материал я распечатаю, приложу, что вот как бы. Да, вот, что у вас да, есть. Да, да, ну то есть это там объяснения, которые они непосредственно давали, которые там объяснения давали мои, допустим, доверительные на эту тему. Вот, и вам предоставлю туда. Да. Можете направить нам по почте, можете принести сюда, можете отправить через сайт, это уже на выбор, как вам удобно. В любом виде. На заводскую сеть. Через сайт можно, да? Можно, да. Ага. Ну, тогда сканы нужно будет прикладывать всех подтверждающих. В PDF, да? Да. Все. Да. Как вам удобно. Все, большое спасибо. Чем больше подтверждающих документов, тем нам будет лучше. Я как бы для чего к вам обратился и под видеозапись? Для того, чтобы передать, скажем так, общественности вот эту проблему, которая существует, потому что это носит массовый характер, очень много пострадавших. Ну, на мой взгляд, идет исчисление сотнями. Просто многие люди не обращаются. Но когда их обманули, ну кто захочет сказать, прийти и там, даже в полицию сказать, что вот я лохушка там, или я вот такой человек, которого обманули. Ну, да, очень неприятно, когда вот тебя обманули, еще при этом над тобой будут сотрудники полиции смеяться. Ну, вы знаете, да, как вот обычно там. Звонят по телефону, там представляются сотрудниками банка и тому подобное. Когда человек понимает, что его обманули, и иногда даже приходят в отдел полиции, а там сотрудники полиции говорят, ну вы сами виноваты. Многие люди, вот мне даже по телефону, когда я с ними общался, говорят, я сама виновата. Я говорю, вас обманули, вы не можете быть виноваты, но кажется, вот я вот верю людям. Ну, тут такая ситуация. К сожалению, так бывает, да. Спасибо вам большое. Да не за что. Все, я вот этот ролик с вашего разрешения опубликую, все там нарезочку сделаю, да, и, возможно, там какое-то обращение уже в ваш адрес, там без персональных данных выложу и опубликую, что вот я обратился по такому-то вопросу, чтобы люди были осторожны, по крайней мере, в отношении заказывания услуг у этой организации. Угу. Ну, надо понимать о том, что к нам нужно обращаться в письменном виде, чтобы было основание для проведения всех мероприятий. Это я знаю, как... Да, извиняюсь, перебиваю. Я это знаю как человек юридически грамотный. Мне нужно именно сейчас медийный вот это контент для того, чтобы придать общественности. Естественно, я сделаю все как положено в рамках закона, письменное обращение, все это продублирую. Все, спасибо вам большое. Всего хорошего, да. До свидания. Спасибо, до свидания.